Светлана Землякова для своей дочери Вероники и мамы наставник. Дело в том, что она тоже выбрала нелегкий путь балерины. И неспроста, считает Светлана Константиновна, и вспоминает день ее рождения. Медсестра в роддоме принесла мне ее, и когда дает мне на руки и говорит: «Возьмите вашу примадонну». У меня как бы дыхание, и думаю: так, это, наверное, что-то сверху знак. Потому что у нас балетные в кругу никогда почти не дают своих детей. Веронике покорили сцены Самары, Москвы и Германии. Она исполняет ведущие балетные партии. А ее мама за воспитание такой дочери получает благодарность губернатора. Орден «Родительская слава» и знак отличия «Материнская доблесть» сегодня также вручили семи многодетным семьям. Одна из них – семья Барабановых, где воспитывают 5 детей. Чем больше человек в семье, тем больше труда приходится вкладывать в отношения, в бытовые вопросы, в какие-то моральные вопросы, нравственные решения проблем. Ну, а кто обещал легкой жизни? Мне это самая главная поговорка по моей жизни. Многодетных семей в области становится больше, и власти понимают, что их необходимо поддерживать. Мы предоставляем 28 различных видов выплат семьям с детьми. Из них особое место занимают многодетные семьи, потому что по многодетным семьям, как правило, принимаются особые решения, и более существенные выплаты происходят. На господдержку семей с детьми в этом году в Самарской области потратили более 5 миллиардов рублей. На следующий год эта цифра возрастет почти до 6 миллиардов. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».